Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа. А это Kingdom Rush, и мы продолжаем пытаться его проходить. Мне дали подсказку, что нужно начать с логова Сиральгаса. Это кто, это где? Надо найти. Ихальесия. Вот, логово Сиральгас. Нам срочно нужна поддержка. Везнан продолжает вредить даже из могилы. Перед тем, как вы с ним схлестнулись, он приказал своим ордам пробудить Сиральгас, одну из паучьих королев. Мы надеялись, что это невозможно. И все же Сиральгас проснулся и возглавил оставшиеся войска Везнана. Придется сражаться. Понял. Подавай кого-нибудь другого героя. Мне еще говорят, что ты других героев не пробуешь. Давай попробуем. Тут будет много пауков, да? Давай попробуем Тора, например. Он же должен работать хорошо против орд. Или пильщика. Давай пильщик. Сейчас, одну секунду. Так, я вернулся. Логово, погнали. Мне сказали с него начать, с него и начнем. Я знаю, что вы писали, что можно там еще раз пройти первые кампании и все такое, и бла-бла-бла. Блин, ребят, но это... только затягивает игру, и никому это будет смотреть неинтересно. Я больше чем уверен. Так, гномы-бомбардиры. Паучихи, паучихи. Начнем так. А там посмотрим уже. Тимбер, да? Ну давай, тимбер. Ви-ви-ви. Ошибку я совершил, мне кажется. Стоим, дефаемся. Вот этих нужно будет побольше, мне кажется. В них, в этой компании, вся сила будет. И пошел рубать налево-направо. Так, запись. Все здесь, все хорошо, да. А еще и бандюганы поперли, а? Нафига? Ну, давай, давай, давай. Так, а чё, откуда враги? Тут же пауки только должны быть. Чё это за это? Беспредел какой-то начался. Вот это нам тоже прокачать. Так, пока нормально. Это выглядит полегче, компания. Пока что. Пилит он хорошо, слушай. Прям хорошечно. Так, давай вот таких сделаем. Гаргуляки. Но эти не могут по гаргулякам, да, в этом проблема, конечно. Зато лучники могут. Вот эти ребята могут. Freedom!
Ой-ой-ой, куда? Ай, пролетели. Один пролетел, один пробежал, один пролетел. Ладно, не критично. Не критично. Так, тролли тоже фигня вообще. Не страшно от слова совсем. Тролль чемпион. Понял. Тролль, вождь, понял. Куда пошли? Куда? Не надо сюда, не надо. Куда? Зачем вы проходите? Не надо проходить. Нет. Сука. Но опять же, мне чел говорит, не надо делать тебе этих... Мне чел в комментариях пишет, умный комментатор говорит... Да не качай, рыцарь, их тут с одного удара убивает. Блять, а как не качать, если просто проходят враги? Вот что, ты прикалываешься, что ли? Качать надо их. Хотя бы один прям на входе должен быть, иначе, ну, вот просто они прошли и все, потому что другие были заняты. По-другому я не вижу никак, чтоб можно было сделать. Налетчики, разбойники, давай. Налетай, разбирай. Здесь и вот здесь. И будем уже потом прокачивать их всех. Прокачано вот эту надо будет сделать. Или даже вот эту. Сейчас посмотрим. Бля, там пила по всем полетела. Нормально запустил. Он сказал, Таздинга. Нифига себе. Так, гаргульи не должны быть проблемы, потому что лучники, лучников сейчас докачаем, и будет хорошо. По идее. Но я не уверен, если честно, в этом. Так, чуть-чуть вот
камеру. Хорошо. Куда? Куда? Да бля, ну что это такое? Пробежала одна колобака. Так, тролли, давайте, тролли, пошли. Стрелями спешить не будем. Уже лучше. Ну да. Да, думаю, да. Вроде не ошибка. И вот эту точно так же надо. Да ладно, его что, шотнули там? Пипец, ну они сейчас опять пройдут просто толпой на меня. Ну давай, 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 метеоритом, метеоритом! Блять, да ладно. Против у меня есть управа, как бы. Получим матриарх. Темный рыцарь, темный истребитель, что, блять? Пипец, он хилится еще. У меня 5 хапасов осталось, это пипец, конечно. Сколько у некроманта? 700 хп у него, оказывается. Ого. Нормально так. Ура!
вот эти сейчас пройдут зергом. Табун рыцарей бежит. Вообще пипец. Не, да это не, это пипец. Это они сейчас пройдут. Ну да, 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 да. Ну я понял. Мне нужно башни попрокачивать. Да. Без этого, конечно, никак не пройти. Без прокачанных. То есть вот надо вот это вот несколько раз пройти. Вот это, вот это. Я не знаю, это как-то даже несерьезно, честно говоря. Как-то, блин, печально. Ну что, типа, мне нужно вот эту пройти, потом еще вот этот и вот этот, да? Ну давай. Ограничение на улучшение. Окей. Гоблины. Ладно. Ну, типа, ну а какой в этом интерес? Ну, смотри. Вот я сейчас прохожу, да? Типа, ну просто гринд ради гринда. Ну. Как будто бы такое себе. Как будто бы это совсем не то, что нужно. Овечка, ёлки-палки. Хочу башенок сейчас понаставим и пошли они в жопу все. Правильно? Правильно. Овечка, овечка. Спасти всех овечек. Спасаем овечек. Блин, маленькие, непрокаченные. Ну ладно. Ля-ля-ля, бежит, бегут, бегут, бегут. Тих, тих, стоим, защищаем, Алистер. Какие же большие орки, оказывается. Ой, там сколько гоблинов бежит. Может, колдуна одного? Ну, вряд ли успею, наверное. Мне не надо колдуна. Просто заспамил башенками. А, у меня один хэпос всего, что? Серьезно? Нет, нет, нет. У меня один хэпос, я только сейчас увидел, что у меня вот один хэпос всего. Ну вот, дали звездочку. Как бы, конечно, здорово, что можно теперь взять и что-то улучшить, да? Но...
Стоит ли это того? Вот сейчас можно и еще раз пройти, да? Как бы я не уверен, что это прикольно. Опять же, один хэпос. Как бы, ну такое. Чик-пум-пам. Ля-ля-ля, куда погнали? Пока нормально вроде. Ой, чё их так много? Подожди, волна одна из одной? Что? Ладно. Так, улучшение. Вот что у нас можно? Меньше стрейгельса. Стоимость. Сраф по площади. А тут у нас что? Радиус. Удвоенный урон. Замедляет врага. Как будто артиллерию надо качать. Вот так вот. Вот. Короче, знаешь, что я думаю? Мы по 10 раз, наверное, одно и то же проходить, но как бы, ну, такое себе, знаешь. Поэтому, я думаю, это будет последний ролик по этой игре. Объясню почему. Потому что кампанию мы прошли, а по 10 раз проходить одни и те же уровни, честно говоря, не вижу никакого смысла, никакого желания на это нету. Опять же, врагов новых я никаких особо не вижу. Каких-то новых возможностей для этой игры тоже не вижу. Как будто она бы слишком однообразная. Ну и поэтому она и не набирает ни просмотров. Ну как бы и я, естественно, понимаю почему. Вот, скоро появится тогда новая игра на канале. Это будет, наверное, последний ролик по этой игре. На данный момент, я не знаю, может мы когда-нибудь ее допройдем. Или допройдем на стримах. Если что, я думаю, мы ее, скорее всего, допройдем даже на стримах. Потому что для записи она слишком очень большая и, скажем так, однообразная. А на стримах, мне кажется, будет самое то. Поэтому в плейлистах будет появляться, естественно, записи с прохождением, но уже на стримах. То есть перенесем мы прохождение этой игры на стримы. Вот как-то так. А в данный момент я тебе могу сказать, что еще много очень крутых игр на канале. Так что подписывайся, жми на колокольчик и оставляй комментарий. А я тебя поднял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока!